Regional Grabber. Прекрасный инструмент, имеет R-образный дизайн, прекрасную рукоятку, за которую удобно удерживать, и удлинение, которое позволяет дотянуться даже до дальних маляров. Грабберы можно использовать в качестве безопасной альтернативы при желании погрызть, покусать что-то. Так как у них разная степень плотности, мы можем решать разные задачи. Например, для отработки навыка выживания без риска подавиться, для укрепления и стабильности челюсти и тренировки мышц рта. Саша сейчас выберет граббер, который ей понравился больше всего. Бери. Так. Саша может его кусать, используя для самостимуляции, если вдруг возникнут подобные особенности. Ага, с другой стороны. Также, подбирая разные степени плотности, мы можем использовать для активных упражнений с ребенком. Саша сейчас будет кусать. Кусай, кусай, кусай. Так. Вставляем длинным отростком между зубов. Жуй, 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 жуй. Угу. Давай с другой стороны. Кусай. Стоп. Жуй. Когда ребенок привыкнет, подобные упражнения он может выполнять самостоятельно. Кусай. Кусай, кусай, кусай. Ага. Жуй. Давай с другой стороны. Кусай.